Приветствую вас на самом модном дизайнерском канале «Таня про дизайн». Кто досмотрит это видео до конца, узнает много всего интересного о мире дизайна. Мы идем в официальное представительство в России итальянской фабрики «Iris Ceramica Group». Это моя любимая фабрика. И узнаем, что такое антибактериальная плитка с антигрибковым эффектом. Что такое инновационный керамогранит для столешниц Sapin Stone? Посмотрим разнообразие большеформатного керамогранита. Покажу вам актуальные модели, которые остаются в тренде на долгие года. И как керамогранит может превратиться в картину по вашему индивидуальному эскизу. Шоурум «Спацио Ирис» расположен в самом центре Москвы, а именно на Рождественском бульваре, и находится вот в этом доме. Очень радует, что на территории можно припарковаться, так как это центр Москвы, и все знают, сколько стоит парковка. Оставляю сайт, в котором есть телефон, по нему можно позвонить, и, собственно, вас припаркуют, конечно, если вы идете в салон «Спацио Ирис». Очень холодно, Дим, пойдем скорее. Девочки, здравствуйте. Фабрика «Iris Ceramica Group» является лидером керамической индустрии и имеет многолетнюю историю. Все специалисты фабрики – эксперты в новаторских технологиях и дизайне. И вся продукция обладает высочайшими стандартами качества и экологичностью. Это не картина, точнее, это картина, которая изображена на керамической плитке. Ирина Глазкова, менеджер шоурума «Спацио Ирис». Расскажи, пожалуйста, как создается вот эта технология? Вы знаете, наша фабрика на рынке достаточно давно и имеет такие производственные мощности и такой опыт в работе с керамогранитом крупноформатным. В частности, мы видим именно его сейчас на стене. Это огромный лист 1,5 на 3 метра тонкого керамогранита. И возможности фабрики позволяют нанести любое изображение, даже индивидуальное. То есть фабрика предоставляет возможность кастомизации вашего проекта, индивидуализировать некие детали интерьера, исходя из ваших личных потребностей. Безусловно, у фабрики есть библиотека своих изображений, но также вы можете нанести изображение, вот ваше, пожалуйста, вот Татьяна может свою картину создать. Увековечить на вечном материале, да, потому что керамогранит – материал вечный. Стандартные сроки изготовления керамической плитки вместе с привозом сюда, в Россию, в Москву, где-то 4 недели. Да, в среднем 4 недели. В среднем 4 недели, а плитка с вашим изображением 2-2,5 месяца. В принципе, это вообще очень реалистично и очень круто. Именно так. У нас есть возможность посмотреть образцы печати, возможности фабрики, варианты печати на керамограните, потому что это не только монохромные изображения, которые мы только что видели. Я подготовила ряд образцов. Сейчас, я думаю, будет довольно интересно посмотреть разнообразие принтов. Вот, обратите внимание, качество рисунка прежде всего, ну, качеством рисунка и печати фабрика наша отличается всегда, это уже знают многие, кто знаком с нашей продукцией. Совершенно различные варианты и с дополнительным декоративным нанесением, там, и позолота, серебро, и какие-то металлизированные дополнения возможны. Так что вот это все небольшие фрагменты изображения, которые наносятся вот на такие огромные листы. А меньшего размера можно сделать? Конечно, безусловно, можно и меньшего размера, просто мы говорим о возможностях, о том, что практически возможности фабрики не ограничены размером. А так, конечно, возможны другие варианты. Космическая фантазийная коллекция, которая за моей спиной, это уже от коллаборации с модным домом «Дизель», да, тем самым джинсовым брендом. Фабрика уже несколько лет сотрудничает с брендом «Дизель» и разрабатывает несколько коллекций. Тема космоса у «Дизеля» продолжается в традиционных форматах 60 на 120. В этой коллекции представлена фактура разных планет, а именно 6 планет. Допустим, это Плутон, это Сатурн, Уран, Венера, зеленая, красивая Венера, Марс у нас сюда красный, и Луна, белая.
А вообще дизель – это про лофт индастриал, и в этом шоуруме можно найти на любой вкус для вашего лофта любую. Любую коллекцию, любой вариант плитки. А, опять-таки, дизель – это, естественно, текстиль. То есть, вот, например, здесь представлена коллекция, где три фактуры. Матовые джинсы, лакированная кожа и джут. Или, например, гофрированный металл. Или, например, текстиль. Или металл, которым облицован, например, пол в нашем шоуруме. И сделана целая входная группа, в том числе и ступени. Как видите, лофт может быть разным. Я говорила о том, что большое количество металлизированных поверхностей, вот оксидированный металл представлен, и тоже такая небольшая фишечка дизеля. Это сочетание крупного формата с небольшим. Если вы обратите внимание, на стене представлена плитка форматом 10 на 30 сантиметров. Казалось бы, уже никого не удивишь такой мелочью, но дизель сделал оригинальный дизайн, вот такой состаренный, немножечко затертой плиточкой, и сочетал ее с крупноформатным керамогранитом, ну, крупноформатным в линейке дизель, 120 на 60 сантиметров. Получился такой довольно эффектный дизайн. Для любителей брендов и для того, чтобы все ваши знакомые узнали, что у вас крутейшая плитка, фабрика «Дизель» может вам встроить в любую вообще коллекцию вот такую пуговку. Эта коллекция имитирует старые фабричные окна, которые прекрасно сочетаются с бетоном. Для вашего лофта здесь есть практически натуральный бетон. Смотрите, какая красота! Просто имитация натурального бетона, но это все-таки керамогранит. В древние времена мраморную крошку заливали бетоном. Отсюда и родилось вот это название терраццо. Его называли это покрытие терраццо. И поэтому фабрика FMG, соответственно, также изобрела такую коллекцию, и, которая уже популярна на протяжении 2 лет. Она не сбавляет свои обороты, она интересная и модная. Основное преимущество именно керамогранита под брендом FMG – материал запекается в полной массе. Если вы посмотрите, то тот же рисунок, который на поверхности, проходит по всей толщине плиты. То есть, собственно говоря, это практически полноценная терраццо. Максимально возможный размер 120 на 60 сантиметров, что, в принципе, тоже позволяет нам сделать укладку практически монолитную с минимальным швом. Смотрится очень эффектно и здорово. Это означает, что лет через 50, когда уже будет небольшая ямка, но единственное, что глянца не будет, а цвет останется точно таким. Конечно, же. Да. Эстетические характеристики материала не пострадают. Большеформатный керамогранит – это то, что сейчас в тренде, и я просто уверена, что еще долго не выйдет из моды, да, как бы его можно смело класть. Это огромные листы, 3 на 1,5 метра, с фактурой именно фабрика FMG, материал MaxFine, производится в различных разнообразных фактурах, рисунок которых повторяет природные камни – агат, оникс, амазонит, император, колокаты, разные варианты. Варианты и не только. Мраморов. И песчаный камень. Есть даже структура под дерево, да. Большеформатный керамогранит. Но только в толстом варианте. В толстом, да, только варианте. Вот под брендом Сапринстон. Более 80 фактур насчитывает бренд MaxFine. И самое, что интересно, это идет постоянное развитие. Допустим, вот этот цвет, он достаточно новый и появился абсолютно недавно. Просто очень крутой, зеленый, мне кажется, это прям такой тренд. Да, и именно здесь, в шоуруме Спацио Ирис, можно все посмотреть вживую. В полном размере, 1,5-3 метра. В полном размере, именно как выглядит сам лист. Единственное, что не забывайте, у фабрики есть 4 варианта. 4 разных принта в рамках одной текстуры. Да, то есть могут попасться немножечко другие изображения, но в любом случае это будет так же красиво и эффектно, как и образец, который вы видите здесь в экспозиции. Мы оказываем весь комплекс услуг по работе с этим материалом, поэтому от простейшей нарезки на детали любые, по вашему раскрою, скажем так, до изготовления предметов интерьера из этого материала, из крупноформатного керамогранита. Есть бригада, которая поможет вам смонтировать этот материал, так что, пожалуйста, обращайтесь. Кстати, о монтаже. У меня есть видео, которое я выпускала абсолютно недавно. Вы можете посмотреть весь процесс от перевозки до укладки, до создания красивого шоурума. Мне хочется постоянно ее гладить, потому что это покрытие силк, оно такое матовое, очень приятное на ощупь. У фабрики
Я уже, наверное, говорила об этом, да, что более 80 цветовых решений, да, как бы, и где-то порядка 256 разных текстур. Это так написано, кстати, на сайте. Конечно, потому что в каждой текстуре есть еще некоторые разные виды поверхности: полированная, матовая, силк. Обычный человек не всегда и даже практически никогда не отличит натуральный камень от керамогранита фабрики Iris линейки Max Fine, потому что здесь очень крутое производство идет. И как... Очень качественное изображение, потому что, ну, мы понимаем, как делается плитка под мрамор, керамогранит, это сканируется мраморный слеп, и изображение наносится с помощью цифровой печати на керамогранит. Так вот, фабрика Iris сканирует огромный слеп, и не требуется потом растягивать изображение на полный размер керамогранита, поэтому ни одного пикселя вы не увидите, это можно... В этом можно убедиться воочию, посетив наш шоурум и посмотреть образцы. Самым большим преимуществом шоурума, скажем, представительства фабрики FMG, это складская программа, потому что более 60 моделей представлены на складе. Ну и в целом поставка здесь достаточно быстрая, если завод, на заводе есть уже материал, то, готовим, в принципе, видимо, поставка 3 недели. 3-4 недели, 3-4 это недели, это, ну, реально короткие сроки. Но еще раз повторяю, что очень много всего именно здесь, в Москве, на складе. Можно заказать полный спектр услуг с доставкой, установкой, монтажом, да, заносом в квартиру. Как бы, собственно, все можно заказать. Именно так. Антибактериальная и антимикробная плитка. Это плитка с определенным покрытием, которое делает фабрика Iris. Заметьте, фабрика заботится об окружающей вообще среде, о людях, и данная функция, она разработана по большей части для медицинских учреждений. Это покрытие обеспечивает антимикробный и бактерицидный эффект, причем продукция с покрытием Active сертифицирована. Покрытие можно нанести на ряд текстур, которые производит фабрика. Это там мрамор, в основном бетон и там несколько фактур дерева. Вот, все текстуры представлены на сайте фабрики, либо, если хотите узнать подробнее, вы можете обратиться в наш шоурум к нашим специалистам. Мы вам с удовольствием расскажем подробнее об этом прекрасном покрытии. Некоторые модели большеформатного керамогранита можно сделать с подсветкой. Ну, практически все, которые являются светлыми, со светлыми поверхностями, темные, конечно, не просвечивают. Материал Max Fine – это глина таких отборных сортов, практически это фарфор. Она очень тонкая, очень звонкая, и, собственно говоря, можно сделать из этого материала, из обыкновенного листа керамогранита, вернее, не обыкновенного, потому что это керамогранит Max Fine, можно сделать прекрасную, восхитительную световую конструкцию. Вот такого плана, например. Здесь небольшой фрагмент. Конечно, представляете, как это впечатляет в полном размере. Подсветка керамогранита – это прекрасно. Единственное, важно обратить внимание на то, что при включении цвет абсолютно меняется. Допустим, из синего агата он превращается в такой вот оливковым, с оливковым оттенком. Поэтому, придя в шоурум, можно вот на таком... мини-таком боксе посмотреть, как будет выглядеть у вас интерьер. Да, есть возможность несколько образцов посмотреть, используя этот лайтбокс. Фабрика всегда стремится к инновационным технологиям и придумала, не знаю, разработала такую невероятную идею.
Это инновационный материал для кухонных столешниц. Мне очень понравилась тема. Это когда у вас индукционная плита в виде керамического гранита. Ну, практически так. То есть это, грубо говоря, керамическая плита, большая, довольно большого размера, ну, условно говоря, 1,5 на 3 метра, толщина 12 миллиметров. Вот, например, мы можем увидеть на этих образцах, это вот действительно довольно толстый материал, что позволяет интегрировать индукционную плиту. То есть чисто визуально это ровная поверхность, практически монолитная. Конечно, мы увидим, безусловно, шов, где встраивается техника, и к поверхности керамогранита подключается определенная система. Индукция. Действительно, на этом керамограните можно без помощи разделочных досок готовить материал для приготовления пищи и непосредственно готовить саму пищу. Порядка 30 видов столешниц можно увидеть в шоуруме «Спацио Ирис». Как мы можем судить, до этого мы смотрели с вами материал традиционный, 6-миллиметровый керамогранит, где представлено огромное количество текстур. Фабрика выбрала одни из самых таких довольно интересных, ну и, собственно говоря, традиционных, и воплотила их вот как раз в материале Sapient Stone. Немаловажный факт в том, что фабрика представляет 10 лет гарантии на продукцию Sapient Stone. Именно так. Заказать столешницу вместе с индукционной плитой можно, конечно, здесь. Можно ли у вас взять образец вот этого материала, чтобы подобрать в своей кухне? Безусловно, мы предоставляем образцы всех текстур, которые производит фабрика под брендом Sapient и не только. У меня для вас отличная новость. Шоурум «Спацио Ирис» можно посмотреть не только в Москве, а также в Санкт-Петербурге. Обзора у меня пока нет, но в целом вы можете туда прийти. Все полезные ссылки, контакты я оставляю под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте про колокольчик. В общем, вся стандартная инструкция, которая может быть. Ну и, конечно, переходите на Instagram Rim Ariosto, где можно увидеть еще много всего интересного и полезного.